22 к 5014.06.2018, обновлено, 22.53 14 июня 2018 года 5602 Ереван, 14 июнь, РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал прошедшую в среду в Москве встречу с президентом РФ Владимиром Путиным эффективной и подчеркнул, что нет никаких политических препятствий для дальнейшего развития армяно-российских отношений. «Мой визит в Москву был чрезвычайно успешным. Вчерашняя встреча с президентом России, с которым я уже встречался месяц назад в Сочи, была очень эффективной. Никаких политических препятствий для дальнейшего развития армяно-российских отношений нет и остается лишь реализовать имеющийся потенциал, работать над развитием, в том числе, торгово-экономических связей», сказал Пашинян в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook. Он выразил надежду, что скоро будет налажен экспорт в Россию армянской плодоовощной продукции в больших объемах. В России ждут этого, надо лишь организовать все должным образом и соблюдать фитосанитарные условия, отметил премьер. Он также назвал успешными свои переговоры с главой российского правительства Дмитрием Медведевым. В целом, в армяно-российских отношениях есть хороший настрой и важный уровень взаимного доверия. Этот уровень мы сохраним и будем развивать, заявил Пашинян. Все новости Армении читайте на сайте Спутник Армения. Решетка Владимир Путин. Решетка Никол Пашинян. Решетка Россия. Решетка Армения.